Смотрите в новой серии автомобильного шоу «Гид for Speed». Настоящий зверь на южноуральском бездорожье. Расскажем, как из обычной «Волги» получился вездеход. «Песнь льда» и «Скрипка». Знаете, по-моему, еще хуже стало. «Лед на стеклах». Проверяем самые известные лайфхаки. Баварская классика. В России, наверное, по пальцам одной руки можно пересчитать. В Челябинске она одна. Чем так уникальна эта машина? Смотрите в субботу в 20:45. Ох, ребята, это просто что-то с чем-то. Только на ОТВ.